Так, мы с вами возвращаемся, на нашу стандартную арену GGW Gay Godzilla Wrestling. Ребятки, продолжение, вторая часть у нас сегодня, как я вам обещал. Посмотрим, что сегодня произойдет. В первую очередь, что я вас хочу спросить, дорогие мои, как вам pay-per-view, как вам шоу, ваши впечатления, что понравилось, что не понравилось. И у нас сегодня, вы видите, Gay Godzilla немножечко обновил арену, он постелил красные ковры, ковровой дорожкой все вокруг ринга обложил. Видимо, у него раздобылась, это как раз соточка, которую ему Серега Ларкин закинул сегодня, вот он ее использовал. Так, первый матч, Fatal 4-Way, четырехсторонник. Матч не за титул, но матч будет жесткий. Чемпион, новый чемпион, Санчес Мистерио против Gay Godzilla, против Билли Херингтона, против Глибастера. Неплохо пишет нам немец. Угу. Вторая часть шоу наше сегодняшнее. Пока пишите, как ваши впечатления, и я пока слушаем темки. Мэн и выходит Gay Godzilla. Он один из участников этого четырехстороннего матча. Все зовите всех, мы уже начали. Кто там до сих пор курит, шабит, дрочит, пусть возвращаются. Перед матчем Gay Godzilla сказал, что если в этом матче победит кто-то, то есть не Глибастер и не чемпион, то он будет добавлен в матч-реванш Глибастера за главный титул. Главного титула, ворованное золото, Санчес Мистерио. Поздравляем чемпиона. Вот это чемпион. Это, кстати, третий чемпион. Первый чемпион ворованное золото был Самуэль Дейл, второй Глибастер, и вот третий чемпион Санчес Мистерио.
Бля, прикинь, Серег, ты бы, если не поспешил, дождался бы конца мейна и вызвал потом Санчеза Мистерио Бой на 1-1, то вероятностью где-то процентов 70 ты бы новым чемпом стал. Главным. Но ты выбрал столы. Вот выходит бывший чемпион в тяжелом весе Глебастер. Обиделся Глебастер, разозлен на всех. Будет пытаться вернуть себе контендера матч в этом бою. Ну что, нас с вами ждет четырехсторонничек. Ждет четырехсторонничек. Так. За рингом Билли и Глебастер, и на ринге Гей-Годзилла и Санчес Мистерио. Ох, в углу ринга прилетают Санчезу. Ребят, я пока смотрим с вами стримчик, я в ВК вам отвечать не буду, чуть попозже. Четырехсторонник матч. Победитель этого матча, как и бью Гей-Годзилла, попадет на матч-реванш, который есть у Глебастера. Не знаем, получит ли матч-реванш Глебастер, сможет ли он вернуть себе титул, но пока чемпион Санчес Мистерио. Об стол прилетает Билли, Глебастер лупит Билли, сталкиваются они. Оба вернулись на ринг, и Билли не позволяет провести болевой. Болевой Гей-Годзилле. Гей-Годзилла поднимает чемпиона. Ох, как влетело. Еще раз полетает к Глебастеру. Гей-Годзилла швыряет в угол ринга чемпиона, поднимает его на канатике. Ну, они типа команда. Ой, суперплекс какой. Да, в Гуль-клабе пока что 5 человек. Не знаю, развалится они, не развалится, не знаем. И болевой проводит Гей-Годзилла Санчезу. Билли забегает на ринг, возвращается на ринг, промахивается. И нет, сбивает болевой и сразу нападает на Гей-Годзиллу. Они ведь друзья, и спайнбастер Гей-Годзилле. Годзилла встает, бьет его так же, пытается бить Глебастер. И ой, пошла крутилочка от Билли. Миша, Серег, говорили тебе, что круто будет. Мутузит коленями, удержание от Билли. Раз, два. И нет, Глебастер срывает удержание, и Глебастер сражается с Билли. Билли пытается бить Глебастера, но ни в какую. Наконец он обратил на себя свое его внимание. И опа, душит.
Валяется Гейгадзилла, валяется чемпион Санчес Мистерио. Гейгадзилла кое-как встает. А Билли сносит, сносит бедного Глебастера. Глебастер за рингом, Гейгадзилла тоже за рингом. И схлестнулись. Ой, лоу-блоу по яйцам получает Билли. Билли получил по яйцам. Билли получил по яйцам удержание. Раз, два. Нет, Билли вырывается после того. Серег, окей, сначала у тебя все равно матч за столы на сегодняшнем шоу, а это там потом будет. Гейгадзилла хватает Санчеса Мистерио, кладет его к канатам и душит. Буквально ему сейчас голову сломает. Глебастер принимает Билли Хеллингтона и ой-ой-ой, какой Даймонд Каттер. Даймонд Каттер проводит Глебастер. Глебастер бьет Билли еще раз коленом. Гейгадзилла откидывает Санчеса Мистерио. И теперь Глебастер. Глебастер хочет мстить. Промахивается Глебастер. Санчес выкидывает его за ринг. Гейгадзилла не может ударить Билли. Получает по морде. И нет. Перекидывает себя. Бэкбади дроп проводит Гейгадзилла. Глебастер вовсю мутузит своего бывшего друга. И того, кому он проиграл свой титул. Санчеса. Гейгадзилла против Билли. Вот два друга-то схлестнулись с одной и с другой стороны. В углу ринга у нас Билли. И за рингом достается Санчесу. Билли на канатах. Гейгадзилла бьет его еще раз. Отбивается Билли. Билли полетел. Нет, мимо, получает по животу. Гейгадзилла красуется Гейгадзилла. Чат молчит, а что чат молчит? Опа, полетел. Норвег, да, у тебя сегодня будет хардкорный матч по правилам Last Man Standing. Последний на ногах. Фига-фо, захват четверку, но нет, Глебастер срывает и не позволяет Билли провести захват четверку. Коленом прилетает в морду Билли. Глебастер бьет Годзиллу. Вот так первый матч, вот так горячо. И ломает Глебастер руку Гейгадзилле. Ой-ой-ой, это наверняка больно, удержание, раз. Нет, Гейгадзилла легко встает. Глебастер хотел провести болевой, Санчес его сносит, Санчес швыряет Билли Херрингтон в угол ринга. Глебастера колотит, прям аж колбасит. Токио Мэн, а ты кто? Ой-ой, Глебастер скатились, Годзилла отталкивает его и получает по жопе. Коленями по роже. Это мощно. Тем временем Билли разносит Санчеса Мистерио. Но нет, смотрите, Санчес бэкбайдроп. Раз, два, нет, Санчес не позволяет Глебастеру удержать Гейгадзиллу. Раз, два, три. Месть случилась. Глебастер победил в этом матче. Удержал он, более того, нашего чемпиона в тяжелом весе. А то, что Лунтик Сэмми Зейн на стримах, я понял. А Токио Мэн это кто? Лунтик это Слэш, да, это я знаю. Повторяют лучшие моменты этого матча. Что нас там дальше ждет, не помню. Да, Глебастер взял реванш. У Глебастера будет матч-реванш. На каком шоу мы пока не знаем. И будут ли добавлены туда участники, не знаем. Также напоминаю, что у Гейгадзиллы есть действующий тайтл-шот на главный титул. Кто первый возьмет шот, реванш будет у Глебастера или будет у Гейгадзиллы, мы пока не знаем, ребят. Это выяснится на дальнейшем на наше шоу. Смотрим, что дальше у нас по карду. Так, у нас какое-то странное промо от Дмитрия Гуля.
Что нам скажет, что нам скажет Дмитрий Гуль? Хочу сказать всем спасибо, спасибо, кто в нас верил, спасибо тем, кто до сих пор является частью Гуль Клаба. Ребята, вы лучшие. На прошлом шоу на пляжном Драчиле я вместе с моим другом Самоэлем Дэймом выиграли командные пояса. В Гуль Клабе поясами теперь обладаем мы тагами, мой хардкорный титул и также Слэш, владелец титула короля столов. Я готов защитить свой титул на этом шоу, но что я вижу, что я вижу? Тут есть уроды. Уроды, которые против меня. Я хочу вам сказать, знаете-ка что, старые пердуны, я готов каждому из вас. Я готов защищать свои командные пояса. Я готов встретиться сегодня с Норвегом за мой хардкорный титул по правилам Last Man Standing, последний на ногах. Я все готов, все. Любым испытанием, потому что я Гуль. Дмитрий Гуль, Гуль Пиньята Тетас, welcome to Гуль Клаб. Запомните, детки, лучше вы будете с Гуль Клабом, чем против Гуль Клаба. Потому что Гуль Клаб мощен и опасен, и он любого уничтожит. Никто не сможет с нами сравниться, никто, ни одна крыса, запомните это. И выходит доминатор. Доминатор его прерывает. Что? Откуда, блядь, доминатор? Почему вышел доминатор? Не понимаю. Ты можешь сколько угодно тут бахвалиться, что выиграл командные пояса, выиграл хардкорный титул. Но я не забыл, я первый хардкорный чемпион, понимаешь, я доминатор, доминатор. И я тебя доминирую, ты Дмитрий Гуль, ты говно на самом деле. И что думаешь, сменил свой клоунский парик на эти длинные бабские падлы? Да я тебя заборю, я доминатор. Бля, ты дебил, что ли? Я не понимаю. Я тебя 3 дня подряд просквошил. 3 матча я из тебя выбивал дерьмо. Каждый раз ты просто отсасывал мне, не отрываясь. И ты думаешь, ты еще что-то тут можешь пердеть против меня? Я же тебя обоссал просто, доминатор. Ты кончезавр настоящий. Кончинатор, а не доминатор. Знаешь что? Если хочешь еще один матч, ты получишь этот матч. Но я, это не будет простой матч. И я готов, черт возьми, на что? На все угодно. Я готов на что угодно. Хочешь необычный матч? Давай. Но я хочу вернуть себе свой хардкорный титул. На следующей неделе, на следующий шоу, ты, либо кто там у тебя заберет хардкорный титул, я буду участвовать в этом матче. Один на один против тебя, старая ты тварь. Либо тройник матч, четверной, кто угодно. Доминатор, я самый лучший. И я готов на твои условия, говно ты поганое. Знаешь что, дебил, это будет непростой у нас матч. Ты оскорбил мои волосы, тебе не нравится, как я выгляжу, не нравится мой клоунский грим, посмотри на мои шикарные волосы. Так знаешь что, будет тебе ответочка. Это будет матч по правилам стилиста, матч, проигравший которым обязан принять внешний вид победителя, который я тебе скажу. И когда я тебя в очередной раз завью, ты будешь унижен. Что? Хочешь меня унизить? Ты не сможешь меня унизить, потому что я заберу свой титул обратно, а потом ты будешь унижен. И знаешь что? После того, как я заберу свой титул, ты получишь свой матч-реванш, я попрошу тоже бой со стилистом. И тогда я заставлю тебя одеться как нормального пацана, а не как этого вырезанного клоуна. Понял, чмо? Я тебя презираю. Ха-ха, ты не понимаешь, на что нарываешься, бомжината. Следующая неделя. Титул против костюма. Я тебя одолею, и я тебя так разукрашу. Да тебя мать родная не узнает. Ты будешь самым чушком у нас, самой главной манечкой в GGW, в Гейгадио Рестлинг. Первым, кого унизят и кому дадут позорный костюм. Запомни это, члеминатор.
Я не боюсь тебя, Дмитрий Гуд. Ты ничтожество, ты только пиздишь. И твой гуль-клаб на самом это деле гей-клаб. Знаешь, что я придумал? Я уничтожу тебя, Дмитрий Гуд. А после этого, когда я заберу твой титул, я присоединюсь к клубу гомофобов Сины. И вместе с Джоном Синой мы пойдем за вашими командными поясами и их заберем. Бля, ты что, вообще ебанутый? Какие гомофобы Сины? Что это вообще за хуйня? Кто мог в своем, блядь, пьяном угаре придумать такой бред, блядь? Ступай куда хочешь, я из тебя выбью все говно. И не забывай, на следующей неделе, после того, как я тебя одолею, тебе будет одет позорный костюм. Я тебя так разукрашу. Ох, сука, ты не представляешь, как я тебя разукрашу, блядь. Я ничего не боюсь. Я первый хардкорный чемпион. И я докажу, что я лучший. Я достоин лучшего. Я доминатор. Помяни мое слово. Говно ты, гуль поганая. И уебищный ты клоун вообще. Ни одной смешной шутки от тебя не было. Клоуны должны всех смешить, веселить. А ты просто пидорас какой-то. Закончилась промо, ребятки, и на следующей неделе нас ждет один на один матч. Либо трехсторонник. Я не знаю, если сегодня Гуль проиграет свой титул, то этот матч будет, получается, не за хардкорный титул. Этот матч будет просто за стилиста. Матч по правилам стилиста. Проигравший одевает костюм, который ему укажет победитель. Что дальше по карду? А это у нас женский матч. Матч по правилам No Holds Barred. Матч без ограничений. Доктор Тай встретится со своей соперницей Самантой Морган Белл. Доктор Тай титул свой защищать не будет в этом матче. Но Самара хочет ее просто избить. У них, походу, началась вражда какая-то. Что, во-первых, напишите, что думаете по поводу противостояния Доминатора и Гуля. Сможет ли Доминатор забрать себе титул, либо будет одет, не знаю, в какой-то дикий позорный костюм, который ему придумает Дмитрий Гуль. Либо Гуль будет унижен тут. Не знаю, спросите доктора Таю, тут она или нет, у нее сейчас матч. Смотрим пока промки, слушаем. From Toronto, Ontario, Canada, Angelina Love.
Ваха, держись. Я не менял ничего. Качество такое же, как предыдущий транса. Должно быть все нормально. Попробуй перегрузить. Так, на канаты сажает Самара доктора Таю. Самара хочет мстить. На предыдущем шоу доктор Тай выиграл свой первый титул больших сисек в GGW. И опа, канаты как падает. Реверс от доктора Таи. Оп, улетает, как полетела Самара за канаты. Ох, мощный удар коленом от Самары. Еще раз достают в Тае. Тае реверсит. Схватились. Да, вовремя. Опа, щечка какая. Опа. Поднимает Самара доктору Таю. Швыряет ее на ринг. Матч по правилам, напомню, no holds barred. Удержания могут произойти где угодно. За рингом, за рампой, вообще в туалете могут в женском произойти удержание. Ругается Самара. Поднимает доктора Таю. А, Вах, ну у тебя сегодня не будет с Гулем матча, потому что сегодня Гуль защищает свой хардкорный титул против Норвега. А на следующем шоу, как я понимаю, будет драться Вах и Гуль. Я не могу Гулю давать сразу три матча, потому что его хочет Норвег отпиздить, его хочет отпиздить Доминатор матч по правилам стилиста и хочет отпиздить Гуля, а теперь еще и Ваха. На ринг забегает Тая. Бьет по спине Самару. Еще раз по роже Самаре выдает Тая. Тая поднимает Самару. И катапульта. Повисла Самара на канатах. Нет, чуть горло себе не порвала. Опа, реверс какой. Бах. Да, напомню, сегодня у нас в мейн-ивенте бой за титул короля столов. Слэш против Эй Джей Ларкина. Самара возит Таю мордой по рингу. Инцигири. Какой инцигири от доктора Тая только что был. Тая опять красуется. Тая лучше следить за матчем. Тая любительница. Попонтоваться, покрасоваться. А матч при этом теряет. Клоузлайны пошли. Серия клоузлайнов. Еще кик. Тая пинает Самару и, опа, пританцовывает DDT и демонстрирует, какой мощный. Удержание доктора Таи. Раз, два. Нет, Самара вырывается, да, Самайльдейл. Это что такое? Что у нас внезапно? Играет музыка мамы Мурлока? Что такое? Доктор Тая недовольна. Ой, мама Мурлока появляется на ринге, хватает на плечи доктор Таю. Самуан дроп. А почему мама Мурлока пришла одетая, я не понимаю. Мама Мурлока пришла одетая, провела саманский дроп. Удержание, раз, два. Нет, доктор Тая вырывается. Чего? Действительно, вмешательство. Пришла мама Мурлока. Но она пришла одетая. Не знаю, почему она пришла одетая. Вообще-то она у нас ходит голая, блядь. Почему она пришла одетая, я не очень понимаю. И напала на доктора Таю. Доктор Тая на плечах у Самары. Оп, об канаты, да, пишет Эй Джей Ларкин. Тая тащи. Но Самара-то теперь доминирует. После того, как доктор Тая получил саманский дроп от мамы Мурлока. Да, что тут забыла Найя Джекс, я не понимаю. По спине и удержание, раз, два. Нет, доктор Тая до сих пор вырывается. Доктор Тая не сдается, она лежит на ринге. Двигаться почти не может, но не сдается. Да, пиздец, кто знал, что придет мама Мурлока и нападет на доктора Таю. Разгоняется доктор Тай, дропкик в Самару выдает. Дропкик какой.
И хочет провести педигри. Да, педигри. Педигри проводит доктор Тая. Удержание. Раз. Два. Три. Ох ты. И несмотря на вмешательство мамы Мурлока, доктор Тая побеждает. Это был, конечно, не титульный матч, но уверенная победа доктора Тая. Доктор Тая красуется. Да, красавица защитилась успешно в этом матче. Да, несмотря на то, что мама Мурлока, Найя Джекс, вмешалась в этот матч. И вот он у нас, хардкорный матч. Хардкорное чемпионство будет разыграно в матче «Последний на ногах». Сможет ли Гуль защитить от Норвега свой хардкорный титул? Если он его не защитит, что следующий матч против Доминатора будет матч только по правилам стилиста? Если же Гуль защищает титул, то тогда титул против стилиста. Да, Серег, нельзя драться. Межгендерных боев тут нет, к сожалению. Даже нельзя таги настроить, как Mixed Match Challenge, чтобы было совместные команды, а мужская и женская. Нет, это невозможно. Все, смотрим. Кто за кого, кстати, болеет? Кто за Норвега, кто за Гуля? Пишите там в чате. Слушаем темки, кстати, да. The following contest is a last man standing match. And it's for the WWE Hardcore Championship.
Так, посмотрели ли с вами выходы, и вот мы видим хардкорный титул. Хардкорный титул у нас сейчас будет защищаться Норвег против... против Дмитрия Гуля. Что, как думаете, сохранит Гуль свой титул или как? С Герки выползает Гуль. Чемпион Дмитрий Гуль своим хардкорным титулом. Last Man Standing матч. Матч последний на ногах. Красуется, возможно, в последний раз своим хардкорным титулом Дмитрий Гуль. Показывает титул Норвегу, судья. Мы, кстати, заменили, как вы видите, судей. С прошлого у нас пейпервью остался старый судья, того уволили. Он нечестно судил, часто подсуживал Глебастеру, как выяснилось. Этого судью выгнали и, возможно, потом убили даже. Забили его палками за ареной, как там говорят. Сейчас у нас новый судья будет судить теперь. Оп. Гуль сразу прыгает на Норвеге просто. Жестоко Гуль, который владеет двумя поясами, командным и хардкорным. Видимо, не хочет прощаться со своим титулом. Поднимает его Норвег и оп, колено ломает. Ваха, что за подстава? Оп, кидает. Оп, как достается. Если ты про свой матч, то у тебя через неделю, Вах, будет матч против Дмитрия Гуля. На первой неделе защищается титульный матч против Норвега. Гуль сказал, что тройник, он не будет защищать титул в тройнике и встретится с тобой один на один. Душит Норвега Гуль, ух ты! Разгоняется Гуль и влетает в Норвега. Норвегу не по себе. Два отчитывает судья. Три. Четыре. Пять. Неужели Норвег не встанет? Шесть. Это уже очень много. Семь. И нет, Норвег все-таки поднимается Норвег на седьмой отсчет. Да, у Норвега до сих пор болит голова от матча со столами, болит голова от лестницы, когда его Глебастер лестницей почему-то стал лупить, хотя они были с ним напарниками. Поднимает Норвег Гуля и оп, клоузлайн его сносит. Да, говорится, тут у нас с Глебастером трудно договориться. Хотели они быть командными напарниками, но что-то Глебастеру не очень понравился Норвег, и он его лестницей разъебал. Норвег поднимает Гуля. И начинает ломать ему голову. Начинает ломать голову. Гуль встает. Отбивается от Норвега. И оп, ногу заламывает. Еще раз достается Норвегу. Норвег вскакивает. Хватает Гуля и... Подержит. Ну что, роняй. Да, летит. Какой прекрасный, какой вертикальный суплекс только что. Какой вертикальный суплекс. Ох, полетел. Поднимает и спайнбастер. Спайнбастер от Норвега. Да, как нам пишут, тут у Глебастера нету принципов. Он моральный урод. И только за счет этого долго держал титул, пока Санчес Мистерио не смог одолеть его на пейпервью пляжный Дрочилова.
Вах, какая подстава, я говорю, у тебя через выпуск, я же сразу сказал, Гуль не согласился на трехсторонний матч за хардкор титул, поэтому ты получаешь свой матч против Гуля на следующей неделе. 3, 4, что у нас, новый чемпион? 5, 6, 7, 8, 9. И встает на 9-й отсчет. На последний отсчет стал Гуль. Быстренько сносит Норвега. Ух ты. Гуль чуть не проебал свой титул. Полетел за ринг прямо на красный ковер. Одного отсчета не хватило Норвегу, чтобы стать хардкорным чемпионом. Третьим в истории Гейгадил Рестлинг хардкорным чемпионом. Душит он Гуля, бьет его по животу, и Гуль падает. Ой-ой-ой, да, валидол в студию. Вах, я не меняю, смотри, я не меняю качество. Я как запускал предыдущий стрим, как запускаю этот стрим, я не меняю качество. Оно остается так же, поэтому если у вас что-то там меняется, то это не во мне дело. Я даже не захожу в настройки. Норвег бьет Гуля по шее еще раз и укатывается за ринг. Укатывается за ринг, Норвег залезает через ограждение. Гуль пытается съебаться. Норвег идет за ним. Гуль почему-то съебался. Могли бы нормально подраться в зале, но Гуль ушел. Опа! Фейсплент проводит Дмитрий Гуль. Залезает за ринг, и на ринг, и лежащий за рингом Норвег получает отсчеты. Бах, попробуй перегрузить. Я не менял качество, я тебе говорю серьезно. Или с ВК попробуй посмотреть. 6, 7, 8. Все, встает Норвег. И нэкбрейкер. Я вам говорю еще последний раз, я качество не меняю, не захожу в настройки, вы же видите. Получает по щам Норвег. Еще раз, смотрите, локтем. Его Гуль просто забивает. Ой-ой-ой, падает. Гуль красуется, начинает распиваться. А Норвег упал Норвег. Попробуй перегрузить или что-нибудь с интернетом сделать, Вах. 5, 6, 7, 8, 9. Нет, не встает. 10. Судья отсчитал 10. И это значит, что Дмитрий Гуль защищает свой титул против Норвега по правилам Last Man Standing, последний на ногах. Я напоминаю, что на следующем шоу Дмитрий Гуль встретится в нетитульном матче против его нового соперника Вахи, Говарда Дженкинса. Этот будет матч по экстремальным правилам. Гуль защитил свой титул. Да, очень интересный момент показывают. Гуль стоит, мнет плечо, а Норвег лежит за рингом. Охуенный момент просто. Да, один момент чуть не победил Норвег. До 9 было отсчеты, но нет. Вот, значит, на следующей неделе у нас будет противостояние Гуля против Вахи по экстремальным правилам. А через неделю у нас будет хардкорный титул против матча стилиста. Гуль против доминатора. Если доминатор проигрывает матч, то Гуль напишет мне в личку или напишет сюда, как он желает, чтобы мы переодели доминатора. Опозорили ли его или как-то. Все что угодно. Можно костюм там Фей Винкс попросить, какой-нибудь пидорский прикид, наоборот, одеть его как петуха и так далее. Норвег был силен, да. Спасибо, Диман. Только я говорю, вы можете донаты прислать. Единственное, что на Твиче они не отобразятся. А мы их увидим либо на обычном выпуске, либо где-то потом еще. Но мне все, деньги поступят. Я вам все скажу, конечно. Да, но это только когда Гуль победит. А что у нас? У нас сейчас будет какой-то промо от Кинга Гули. Послушаем, что нам скажет этот уродливый лепрекон. Окей, Диман, спасибо, поздравляю тебя с защитой титула.
Чё у вас с грамотностью плохо? Понял. Так, послушаем, что скажет Кингули. Пидорасы. Блять, какие вы тупые, какие вы тупые. Думаете, я пришел сюда за вашими титулами, за всем этим говном, за побрякушками, блестюшками? Да нет, мне похуй. Я сюда пришел только ради одного, точнее ради одной. Этой сексапильной красотки с огромными булочками, с огромными ляжечками, и я хочу ее. Я мечтаю о ней. Я не могу сомкнуть глаз, и она мне снится. Ты самая прекрасная женщина в мире. Ты роза, ты настоящий цветок. Ты венец, венец божественного творения. Я хочу тебя, и я получу тебя. Мама Мурлока, Найя Джек, скорее, скорее приди ко мне. Я хочу завоевать тебя, я хочу насладиться твоим цветком. И я стану твоим возлюбленным. Я тот, кто был уготован тебе всей судьбой. Ты же говорил, что ты непорочно зачала своего младенца Мурлока. Значит, ты еще девственница. А я как раз таких и люблю. Я же Кингули, мерзкий лепрекон. Я всегда-всегда мечтал именно о такой, как ты. Найя Джек, скорее, скорее, Найя Джек. Ух, как я тебя хочу. Скорее выйди на ринг и давай вместе станем парой. Вместе мы завоюем весь гей-годзилла рестлинг. Так, но прерывает Кинга Гули. И что это такое? Выходит Мурлок. Выходит Мурлок. Мурлок явно рассержен. Тут сказал про мою мамочку, мою любимую красотулю, мою умницу, мою красавицу мамочку. Не смей так говорить про нее, не смей. Ты жадный, мерзкий, уродливый лепрекон, она моя любимая. Она настоящая, она хорошая, добрая и любит своего сыночка Мурлока. Я ради нее все сделаю, и я уничтожу тебя, мерзкий, противный карлик. Да ты просто жирный пидорас. Ты думаешь, что, правда? Кто поверит в непорочное зачатие? Ёбаный ты дебил, 2019 год. Она наверняка ебалась с какими-то дальнобойщиками. И ты сын мерзкого жирного дальнобойщика. Смотри, какой ты уродливый. Ты просто тварь настоящая. Ты говно, собачье говно. Тебя все презирают, все ненавидят. И твои эти латексные штаны. Фу, кто вообще додумался надеть? А ну замолчи. Я не хочу больше не слышать ни одного слова из твоего грязного прыщавого рта. Кингули, ты настоящий исчадие ада. Я уничтожу тебя. Я не позволю такому говномесу приходить в GW. Я тут, чтобы бороться за титул, чтобы сражаться с настоящими борцами, а не с такой тварью. Ты урод, урод, запомни это. Кингули, ты позор. Чё, пидорок, обидно стало, да? Обидно, жирный, фу, какой жирный, сиськастый, цветочный хуй. Знаешь что, Мурлок? Сегодня я набью твою жирное ебало, разобью тебя, а после этого матча, я залезу под юбочку твоей мамки и трахну ее. Я трахну твою мамочку. Трахну твою мамочку, Мурлок, это будет скоро. Не говори так про мою мамочку, не говори. Еще одно слово, я снесу тебе твою рыжую башку. Почему ты такой? Почему ты такой? Почему ты ее обзываешь? Почему ты обзываешь меня? Моя мамочка святая женщина. Она ни в чем не винна. А ты хочешь ее трахнуть? Как можно такое говорить? Уйди, уйди отсюда. Уйди из этой федерации. Забирай все, что хочешь. Но только не это. Но уйди отсюда. Все, засал жирный, да? засал жирный. Потому что ты знаешь, что я тебе сильнее. Потому что ты знаешь, что я ловче. Потому что я Кингули. И я тот, кто разрушит твою жизнь. Я тебя отпидорашу. И трахну твою мамашу. Понял, говнюк? Настоящий урод просто. Ты рожден, чтобы страдать. И ты будешь страдать, жирная тварь.
довольно. Я больше не буду слушать ни слова из твоего поганого рта. Прямо сейчас у нас будет матч один на один. В этом матче я раздавлю тебя, Кингуду. Я заставлю тебя ответить за каждое твое слово. А после этого, на следующей неделе, я проведу еще один матч с тобой и снова тебя унижу. И так будет неделя за неделей, пока ты не вылетишь отсюда. Пока ты не будешь молить Гигазилу, чтобы он тебя уволил, освободил от контракта. Бля, ну ты тупой, жирный, до сих пор не просек. У меня даже нет никакого контракта. Я не подписывал контракт, потому что я не умею писать, дебил. Я ж, блядь, лепрекон. Я просто пришел, у меня был мешочек золота, и я сказал, бля, хочу кого-нибудь тут трахнуть. Мне говорят, ну вот, выбирай. Я посмотрел, там доктор Тая, Саманта, Катюша Син, я думаю, не, что-то не особо. А вот твоя мамка, у меня сразу на нее так встал, что пиздец. Замолчи, хватит, что ты несешь, уродливый, щади ада, а ну убирайся отсюда скорее покинь этот ринг, не хочу ничего слышать, и вообще хватит портить мне жизнь, в аду в клетке ты нападал на меня, ты задирал меня, и я не выиграл этот матч, иначе я бы смог стать уже чемпионом в тяжелом весе, и что теперь, я встречаюсь с тобой, тварь. Закончилась у нас эта промо, и, как я понимаю, у нас сейчас будет матч. Так. Сейчас посмотрю, что было в чате. И нас ждет следующий матч. Так, слушаем промки в следующем матче. Я пока посмотрю, что вы писали в чате. Ну и да, естественно, этот будет матч Кингули против Мурлока, и мамочка Мурлока будет в его углу. Слушаем выходы, темки. Making his way to the ring, from Bray, County Wicklow, Ireland, weighing in at 141 pounds, Bombshell.
что, делаем ваши ставки, дорогие друзья. Кто за Мурлока, кто за Кинга Гулия, кто, по-вашему, победит? И самое главное, так, мы видим, что в углу Мурлока стоит его мамка, Найя Джекс. Кто, по-вашему, победит в этом матче? И, в конце концов, как вы думаете, сможет ли Кинг Гулий трахнуть мамку Мурлока или же нет? Достается Мурлоку, пинает его Кинг Гулий. Еще разочек. Мурлок откидывает его. Швыряет в угол ринга. Поднимает. И опа, какой бэкбрейкер. По спине достается. На месте Сереги Ларкина я бы не вступал в Глибастер Клаб. Так как я напоминаю, что Глибастер любит бить своих командных напарников лестницами. Оп, достается. Еще раз сносит Кинга Гулия. Походу Мурлок очень разозлился, что его мамочку хочет трахнуть. Кинг Гулий. Опа, нет, увернулся. И DDT. Какой DDT. Да, вот Норвег знает, как хорошо быть напарником Глибастера. Поэтому не думайте, что Глибастер нормальный напарник. В углу ринга находится Норвег. По шее получает. Получать по шее. И оп, полетел как. Еще лэгдроп. Мамочка. О, мамочка залезла на ринг. Кинг Гулий подходит и говорит: я тебя трахну, трахну, красотка, обещаю. Мамочка что-то услышала, не знаю, обиделась, либо наоборот возбудилась и слезает с каната. Опа. Поднимает и об ринг летит Кинг Гулий. Кинг Гулий реверсит. Стул, вы посмотрите. Найя Джекс, мамочка Мурлока швыряет стул на ринг. И DDT. На ринге стул. И поднимает. Ой, какой, чё этот. Сам он дроп. Мамочка разговаривает с судьей. Отвлекается, пока Кинг Гулий иначе хотел бы удержать Мурлока. Мурлок, ой, хэдбат, мощный хэдбат по Мурлоку. Поднимает опять Мурлок, Кинг Гулий швыряет. Он что, об стул упал? Он об стул упал, ой, это больно. Поднимает Кинга Гулия Мурлок и клоузлайн, мощный клоузлайн. Мимо, Мурлок разгоняется, бэкбади драп. Ой-ой-ой, спайнбастер, какой мощный спайнбастер. Кингу Гулию не поздоровится в этом матче. Он кое-как отбивается от Мурлока. Швыряет Мурлока за ринг. За ринг уходит Кинг Гулий. Поднимает Мурлока, бьет его. Нет, реверс от Мурлока. Реверс от Мурлока, и Мурлок летит на ринг. Три. Судья схватил стул и выкидывает стул за ринг. Кинг Гулий бах по роже. По роже уебал Мурлоку. И крутилочка. Ёбаный в рот. Вы посмотрите, крутилочка. Крутилочка. Такую огромную тушу Мурлока поднял Кинг Гулий и раскрутил. Бах. Ой-ой-ой. Лежание. Раз, два. Нет, вырывается Мурлок. Вырывается. Да, так раскрутили этого жирного. Ой-ой, все, заплясал. Старый лепреконский танец победы танцует нам Кинг Гулий. Тут нам сообщают, что, похоже, будет сформирован Глибастер Клаб, состоящий из Глибастера, Эй-Джей Ларкина и Говарда Дженкинса, он же Ваха. И пока достается Кинг Гулию. Что-то чешет свой жирный живот. Мурлок бьет по спине Кинга Гулия. Гулий встает. Опять поднимает. Ой, раннинг пауэрслэм. Похоже, это все. Нет! Кинг Гулий резко вскочил. Вы посмотрите. Получает по спине Кинг Гулий. Ой-ой-ой-ой, как зарядил. Разбито ебало у Мурлока. Промахивается Мурлок, получает по жопе. Раз, два, три, на, по жирной жопе. Сальный. О, поднимает. Вы посмотрите, какая сила. И самон дроп, саманский дроп проводит Кинг Гулий.
Ой-ой-ой. И хо-хо-хо-хо, нэкбрейкер какой. Еще раз поднимает Мурлока Кенгури. Нет, Кенгури дает ему мощную оплевуху. И улетает, улетает за канаты. Мурлок хватает Норвега. Нет, Норвег заползает. Фу, это не Норвег, а Мурлок. И Мурлок поднимает Кинга Гули. И опа, Бринг его разъебал. Тащит, тащит Мурлок Гули. Удержание. Раз. Два. Три. Ебать, Мурлок победил. Мурлок победил в этом матче, прикиньте. Ебать, вот это... Да, побеждает, побеждает в этом матче Мурлок. Обещает, обещает Ваха, что он, Глебастер и Эй-Джей Ларкин придут за вами. Мурлок в этом матче победил. Упорный, упорный матч. Несколько раз Найя Джекс, мамка Мурлока, отвлекала его. Не, ну Сина, она же у них гомофобы Сины будет группировка называться. К тому же все знают, что Глебастер гей. Как гей может выступать в группировке гомофобов? Плюс там, да, 5 максимум участников в любой банде может быть. Поэтому если вы сочиняете, что у вас там 20 человек в какой-то группировке, это все равно не будет действовать. Да, да, я правильно замечаю. Так, 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 и у нас... А это что, мейн-эвент уже? Это что, последний матч? Так быстро все прошло шоу? Ух ты, как быстро! Это у нас мейн-эвент. Эй-Джей Ларкин против Слэша. Представьте... Последний, последний, последний матч. Straight. Ain't nobody man enough to feel the
выходит у нас, на ринг Слэш. Он опять поет, Take Me Down to Paradise City, Glasses Green and Girls Are Pretty. Поет у нас Слэш. Так, ладно, я это, с вашего позволения, скипану, потому что немножечко глючит заставка. Должно было быть не то, что я планировал, но игра, как вы сами понимаете, блядь, глючная. Да, должно было быть кое-что другое, но неважно, это потом мы дадим. Матч за столы, столовый король, царь столов, столовое чемпионство. Наш сегодняшний мейн-эвент — AJ Larkin против Слэша. Кто за кого, пишите. Все, схватились. 15 минут тайм-лимит, нужно набрать больше фолов, чем ваш соперник. Каждый разбитый стол — это фол. Кто набирает больше фолов, тот побеждает в этом матче. Убегает AJ Larkin за ринг, швыряет стол на ринг очень быстро, бодро, хватается за Слэша и мощный, смотрите, суплекс ему проводит. Да, сразу видно, что сын Элиаса ходит со столом, но нет, получает по морде Слэш от Слэша. И AJ Larkin фейсплант в стол получает. Да, загуль клаб Самаэль нам напоминают. AJ Larkin вроде как хочет вступить в Глибастер клаб. Правда это или нет, узнаем потом. Берет AJ Larkin стол. Ой, прилетел, какой кик, мощный кик, и фейсплент, еще один фейсплент от Слэша. 14 минут у нас остается, первая минута прошла безрезультативно. Слэш, напомню, на пейпервью пляжный Драчилова защитил свое чемпионство в четырехстороннем матче, он набрал 3 очка, и это рекорд, разгоняет Слэш, промахивается дропкиком. Бьет его AJ Larkin, AJ Larkin из угол ринга и дропкик в спину получает. Дропкик в спину, реверс это от AJ. Хватает Слэша и опа, об коленочку. Опа, об коленочку приземляется Слэш. Роняет его AJ Larkin. AJ Larkin идет. Устанавливает стол в угол. Larkin молодец, без глюков, без ничего справился. Слэш швыряет его на стол, подходит Слэш к Larkin'у. Что, первый фол, смотрите, Слэш что делает, поднимает AJ Larkin'а, и да, первый фол уже уверенно, по-мастерски, как Слэш умеет, зарабатывает первый свой фол, быстренько, осталось 13 минут. 1-0, дорогие друзья, пока что AJ Larkin красуется, зря он это делает, получает по спине, реверс от Larkin'а. Поднимает Слэша, усаживает его на канатики. Что-то сейчас будет особенное. Бах, ты на следующей неделе, я тебе говорю, на следующей. На этой неделе был же матч у Гуля, а на тройник он не согласился. И суперплекс каната. Кстати, вы так и не написали, понравилось вам пейпервью «Великая пляжная Драчилова» или нет. Напишите сейчас в чате, кто тут у нас остался-то. Летит об стол AJ Larkin. И чоп, мощный чоп выдает ему Слэш. Пока что Слэш лидирует один. Ох. Вах, так так понизили же. Чоп и выдает Слэш AJ Larkin'у. Larkin хватает Слэша, швыряет его об стол. И, похоже, мы увидим еще один фол. Пауэрбомба. Да, пауэрбомба в угол ринга. 1-1. 1-1. Драчилова отличная. Опа. Понравился. Мейн-эвент вообще огненный, да. И, ой. Разбито лицо у AJ Larkin'а. AJ Larkin'у разбили ебальник. А счет-то 1-1. И напоминаю вам, что счет 1-1 устраивает Слэша. Слэш сносит Larkin'а. Берет Larkin стол. Куда-то с ним идет. Да, все пишут, что Драчилова шикарная. А, Таня, я посмотрю карт потом, после того, как закончим выпуск. Полетел в канаты. Ой, вписался. Larkin хватает Слэша, швыряет его, и тот в углу ринга. Слэш схватил AJ Larkin'а. Ой.
разгоняется. Я сказал, Вах, что твой матч на следующей неделе будет против Гуля. Снова разгоняется и некбрейкер, некбрейкер от Слэша. Эй-Джей Ларкин в крови, встает. Слэш его, ой-ой-ой, мощный кик в ебальничек. Слэш берет стол, счет 1-1, дорогие друзья. Устанавливает стол наш действующий чемпион столов. Поднимает Ларкина. И Эй-Джей Ларкин направляется в стол. Слэш к нему подходит. Что, все, еще один фол сейчас будет. Ой-ой-ой, поднял на пауэрбомбу. И да, счет 2-1 в пользу Слэша. 2-1. А, стоп, стоп, стоп. А, мы не пишем. У нас по голосованию было решено, что чужие оверы я не оглашаю, ребятки. Поэтому, если Серега Ларкин решит огласить, сколько у него оверов, это его личное дело, но я их не оглашаю. А, мы с вами, был у нас в группе голосования, и мы проголосовали, что я ничьи оверы не рассказываю третьим лицам. У кого сколько оверов, знают только они сами и я. А, никому так договорились, да. Достается Слэшу от Эй-Джея Ларкина. 2-1 ведет Слэш. Летит на ринг Слэш. Эй-Джей Ларкин красуется. Но где стол-то? Ларкин, тащи, блядь, стол. Ты чё, дебил, блядь? Это матч со столами, царь столов. Ты 2-1 проебываешь, друган, ты чё? Ларкин взял стол. Хватается за Слэша. И ой-ой-ой, фатоформ. Еще раз. Промахивает Слэш и пэлэй-кик. Пэлэй-кик, как Эй-Джей Ларкина. Встает Слэш и коленом снес Ларкина. Разгоняется Слэш. Бах, скидывает Ларкина с ринга. Скидывает Ларкина с ринга Слэш. Поднимает Слэш Ларкина. Нет, Ларкин реверсит, бьет Слэша. 8,5 минут осталось. Плотный матч-то какой, смотрите. Ларкин что-то гуляет, Слэш тоже гуляет. Напомню, кстати, есть еще два комментаторских стола. Их тоже можно сломать, и это будет зачет. Прошли весь ринг, встретились и только сейчас начали драться. Реверс, еще один удар от Слэша. Еще раз. Ой-ой-ой, об металлический столб. Оп, и лежит Эй-Джей Ларкин, валяется за рингом Эй-Джей Ларкин, еле-еле встает. На ринг залетает Ларкин. Оп, прилетело в ответочку чоп, 7 минут. И на плечи положил Ларкин Слэша, тащит его. И ох, об колено ломает. Реверс в углу ринга Ларкин. И ой-ой-ой, о подушечку весь крови Эй-Джей Ларкин у нас. На канатах Слэша осталось 7 минут, он ведет 2-1, полетел и фрог-сплэш. Фрог-сплэш от Слэша. Устанавливает стол Слэш. Слэш ведет 2-1. Поднимает Эй-Джей Ларкина. Швыряет его в угол ринга. Подходит. И что? Еще один фол. Ох, ломает. 3-1 ведет Слэш. Как так? Вот что значит царь столов. Приналовчился ты как. Ларкин встал. И снова фейсплэнт. Снова фейсплэнт от Слэша. Хватает Ларкин Слэша и в стол въебал его. Ларкин берет стол. Идет с ним. Быстрее, Серега. Устанавливает Эй-Джей Ларкин стол. Поднимает Слэша.
швыряет его в угол. Хватает слэша и... пауэрбомба. Пауэрбомба. Счет становится 3-2. Осталось 5,5 минут. Напоминаю вам, 5,5 минут. Счет 3-2 в пользу слэша. Слэшу нужно либо сохранить свое преимущество, либо чтобы матч закончился ничьей. Но 2 фола минимум должен получить Эй Джей Ларкин, чтобы стать новым чемпионом Короля Сталов. По морде получает Ларкин. Оп, еще раз влетает. Слэш уходит. Вот красуется место для рекламы. Если кто вдруг хочет что-то порекламировать, то пишите в личку. Слэш хватается за Ларкина. И еще один фейсплент. Сколько в этом матче фейсплентов, между прочим? Реверсит, реверсит. И клоузлайн, мощный клоузлайн. Слэш улетает за ринг. 4.40 осталось до конца ринга. Казалось бы, Ларкину нужно поставить столы и разъебать слэша. Слэш реверсит, и Ларкин за рингом. Это для слэша явно хорошо. 4.25. Да, не знаю, зачем он туда пошел. Слэш идет со столом. 4.20 у нас время. Устанавливает слэш стол. Реверс. Пытается схватиться. И Ларкин поймал слэша. Тащит его за кудри. Швыряет в угол. А зачем в угол-то швырять? Залезает на ринг. И бах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет, вырывается слэш. Снова Ларкин хватает слэша за шиворот. Опять швыряет в угол. Нет, не в угол. И ой-ой, промахнулся дропкиком. Эй Джей Ларкин получает по спине. Отбился. Эй Джей Ларкин тащит слэша. Слэш вырывается. Да, топ бочи. Вот это бочи, блядь. Ох-ох-ох-ох. 3.14. Кладет Ларкина на ринг. Слэш. Ой-ой-ой, разложил по столу. Залезает на прон. И что? Нет, тупит. Рукой об стол. Ой-ой-ой, еще раз рукой об стол получает Эй Джей Ларкин. У Ларкина осталось 2 минуты 50 секунд. И об стол ломает. Ломает. 3-3 еще. 3-3, дорогие друзья. 3-3. Об подушечку ринга. 2 минуты 40 секунд. 2,5 минуты осталось. 3-3 счет. Реверс. Phenomenal Forearm проводит Эй Джей Ларкин. Эй Джей Ларкин быстро побежал. Где же стол, нахуй? Где же, нахуй, стол-то? Что-то Ларкин затупил, блядь. Эй Джей Ларкин за рингом. Берет стол. Подходит к слэшу. И... нет, слэш его лупит. Слэш его лупит. И... ой-ой-ой-ой. Кик. 3-3 счет. Счет 3-3. Ничья, напоминаю вас, устроит действующего чемпиона столов слэша. Если матч закончится со счетом 3-3 прямо сейчас, то слэш сохранит свой титул. Слэш поднимает Ларкина. Направляет Ларкина в стол. И, похоже, счет будет не 3-3, потому что... нет! Нет! И катапульты об стол. Нет, Ларкин реверснул. В самую последнюю секунду Ларкин реверснул. Минута 30. Ларкин поднимает слэша. Слэш у стола. Ларкин поднимает слэша. И что, пауэрбомб будет? Да, пауэрбомба. 4-3. Счет 4-3. Эй Джей Ларкин. Осталось минута 15 секунд. Ух, и, ребят, вот это мейн-эвент. Вы пишите, что хотите, понравилось вам, блядь, не понравилось. Но эти два выпуска, что великая пляжная дрочево, что этот выпуск шикарный. Особенно мейн-эвенты просто адские. Вот прям, кто напишет мне нахуй, что мейн-эвент не понравился, сразу просто поебалу сапогом вам.
Просто прям, даже не пишите такую хуйню. Минута осталась, точнее 40 секунд, слэш в углу ринга. Эй Джей Ларкин подходит к слэшу, что, все? 40 минут и... Да, пауэрбомба, счет становится 5-3. Ох, блядь, 5-3, слэш вскочил, слэш бьет себя по груди, это плохой счет, походу Ларкин станет чемпионом. 20 секунд у слэша, чтобы сделать два фола. Слэш, что он делает, он какие-то болевые, блядь, проводит, что это? Реверс от Эйджей Ларкин. Эйджей Ларкин в начале матча разбили ему ебальник, разбили ему грудь. Посмотрите, он весь в крови. Но остается 5 секунд. 4, 3, получает слэш по спине. 2, 1. И все. Да, мы закончили. Эйджей Ларкин становится новым чемпионом. Чемпионом царя столов. Вторая подряд победа с дебюта Эйджея Ларкина. Ух, блядь, не знаю, понравилось вам, не понравилось, блядь, но это вообще огонь, прям просто, весь в крови, вы посмотрите, весь в крови, но он снова новый чемпион столов, Эй-Джей Ларкин. Ух, конечно, Колесников, он же слэш, получит свой матч-реванш на следующем шоу. Ребятки, у нас на этом все, шоу закончилось. Все спасибо, кто смотрели. Ждем следующих выпусков GGW. Не забывайте отправлять ваши донатики, там, качать персов и прочее. Чем чаще вы это делаете, тем чаще у нас будут выпуски GGW. Всем спасибо, хорошо сегодня с вами посмотрели. Два таких хороших выпуска у нас получилось. До новых, ребятки, встреч. До новых встреч. А, Серег, видос будет потом. Все, видос будет. Все, давайте. Всем пока.